Всем привет, меня зовут Попова Анна, я являюсь тренером Powerhouse Gym Томск, также являюсь чемпионом Томской области по фитнесу и бодибилдингу, чемпионкой России и вице-чемпионкой мира 2012 года. Сегодня я хочу вам показать упражнения на ноги на петлях TRX. Пойдемте. Упражнение называется «Приседание на одной ноге в TRX». Для того, чтобы подготовиться к этому упражнению, нужна длина середины голени. Петли TRX нужно отпустить до длины середины голени. Соединяем их вместе в одну петлю. И встаем. Исходное положение, петли находятся позади нас. Один носочек засовываем в петлю для стопы. Вот. Вес остается на впереди стоящей ноге. На вдохе отпускаемся вниз, угол в колене 90 градусов, и пяткой начинаем выталкивать себя наверх. Еще раз. На вдохе отпускаемся вниз, угол в колене 90 градусов, задняя нога не напрягается. И на выдохе выталкиваем себя наверх силой бедра, бицепса бедра, квадрицепса и ягодицы. Очень классное упражнение для ягодиц и всего бедра. Можно усложнить, добавив здесь наверх выпрыгивание. Второе упражнение – это приседание пистолетик с помощью петель TRX. Для того, чтобы подготовиться к этому упражнению, нужно петли поднять до длины середины, называется там, где находятся две желтые метки. Поднимаем одну петлю и вторую. Исходное положение – лицом к точке крепления. Угол в локте 90 градусов. Одну ножку поднимаем, на вдохе спускаемся вниз. Стараемся руками не помогать, вес больше остается на ноге. На вдохе вниз, на выдохе немножко помогая себе руками, поднимаемся наверх. Также работает квадрицепс, бицепс бедра и ягодицы. Обязательно нужно делать акцент на пятку. Ни в коем случае не переваливаться на носок, иначе вы просто упадете и сделаете нагрузку на колено. Нам это не нужно, нам нужно нагрузить бедро и ягодицы. На вдохе вниз и пяткой выталкиваем себя наверх. Подъем таза с подкручиванием колена. Очень хорошо прорабатывается бицепс бедра и икроножная мышца. Также задействуется ягодица. Вот, петли мы спускаем на длину середины голени. Меряем по своей голени. Отпускаемся вниз. На полу, сидя лицом к точке крепления, засовываем пятки в петли. Очень легко. И спускаемся вниз. Выпрямляем колени, на вдохе поднимаем таз от пола. Стараемся таз удержать на этой же самой высоте, никуда его не отпускаем. На выдохе подтягиваем колени к себе, пятки к ягодицам. На вдох снова выпрямляем. Самое главное не отпускать во время упражнения таз вниз. И равномерно давить на обе пяточки, на обе петли. Главная ошибка может здесь быть, когда во время упражнения вы начинаете бросать таз вниз. Тогда ягодица и бицепс бедра перестают участвовать в упражнении и просто тянем икроножной мышцей. Поэтому всегда таз всегда на одной высоте. Удерживаем и зажимаем бедра и ягодицы. Итак, мы с вами разобрали три самые основные, самые популярные упражнения на бедра на TRX. Обязательно используйте их в своих тренировках и сразу почувствуйте эффект. И обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube. Спасибо вам большое за внимание.